Жители Бурабайского района забили тревогу из-за огромных мазутных луж в национальном парке. Их обнаружили в самом центре Щучинско-Боровской курортной зоны. Люди рассылают видео в соцсетях. Местные жители предполагают, что дело в старой канализации, которую в последнее время начали подключать все большее количество отелей. Также население беспокоит, что все эти отходы стекают к старому коллектору на берегу озера Щучье. Люди не могут вот выйти. Это территория национального парка. И вот это все бежит как раз туда, где наш пляж новый, и бежит туда, как раз где озеро. Однако в департаменте экологии региона развеяли опасения горожан, заявив, что на этом участке каждый год весной накапливается талая вода, и она не попадает в озеро. По их словам, в марте текущего года во время непогоды была повреждена обшивка мазутной емкости котельной номер 20 города Щучинска. При внеплановой проверке выяснилось, что произошел разлив мазута в микрорайоне института, от которого и пострадали земля и талые воды. Предприятие было привлечено к административной ответственности и выплатило штраф. При повторной проверке в июне каких-либо утечек уже обнаружено не было, говорят специалисты.